Свои книги я сравниваю с кораблями. Со стапелей сходят мои книги. И вот одна из таких книг, которые я бы рекомендовал читать, когда человек собирается голодать на голоде в качестве мотивационного такого фактора, это «Записки голодающего». Я написал такие три части. И вот посмотрите, как идет работа над ними. Значит, что я сейчас делаю? Я верстаю так, как я хочу, чтобы она была вот в таком вот виде. В таком виде тираж малый был. Были изданы книжечки в других обложках. И вот смотрите, как она пошло. Оригинал макет я заполняю текстом. Потом текст надо будет поправить, посмотреть, что-то исправить. И даже вот так, видите, программа мне выдает. Надо так чуть побольше сделать. Текст набирается в программе Word. Вот она программа, это Word. Вот она книга, набранная в программе Word. А делается книга, чтобы она была в виде книги, в программе InDesign. Программа очень интересная. Вот так вот сидишь, помимо того, что напишешь, а потом еще придаешь законченный вид в виде книги. Вроде бы работа не хитрая, но тем не менее в программе надо разобраться. Хорошо, что она на русском языке. Если на английском языке, то все сразу становится намного труднее, непонятливее. А то, что непонятливее, я бы не сказал, что труднее, а непонятливее. От себя отвергает, и люди перестают там заниматься этой программой. В скором времени мне предстоит освоение программы, которая будет делать мультики. Вот смотрите, не хватает страниц, то есть книга слишком длинная. Надо вставить после 209 страницы еще, наверное, страниц 100. Заходим в макет, страница, вставить страницы после 209, не 50. Ну ладно, будем вставлять по 50 страниц. И какой шаблон, чтобы вот это вот было вот так вот. Окей. Опачки, вставили. И дальше пошли. Зажимаем клавишу Alt, чтобы у нас вставлялось. Сначала нажимаем. Вот. Появился дальнейший текст. Нажимаем на Alt. И смотрите, вот здесь вот будет изменение, что начнется заполнение. То есть я могу заполнить. Вот так только. Оп. Раз, и все. И потом мне опять надо сюда нажать и вот так вот заполнить. А можно сделать так. Нажали. Вообще-то есть функция автозаполнения, но я его что-то не нашел. И вот когда я нажимаю, видите, тут такая стрелочка зигзагообразная становится. То есть можно дальше вот
так вот заполнять. Но хотелось бы, чтобы все это было у нас автоматически, то есть слишком много действий совершается лишнее. Вот так вот я работаю над своими книгами, чтобы они были в авторском исполнении. Кстати, если кто-то из вас уже освоил InDesign и знает, как вот так вот, чтобы я не щелкал, потому что у меня был Pagemaker, и у него было автозаполнение. Я думаю, и в InDesign должно быть автозаполнение, чтобы вот так вот не щелкать вручную. Можете подсказать мне. Ну, на этом я заканчиваю. Это книга «Записки голодающего». Моя первая работа как писателя. То есть это художественное произведение, основанное на моих собственных, на моем собственном опыте и прочем. И вот я в свете вот сегодняшних событий прохожу, значит, по книге, там выравниваю, что-то там такое делаю, и между делом читаю о некотором сне. Ну, вот такой вот сон был, я уже не упомню, все надо вовремя записывать, но тем не менее он есть в книге. Я очень сильно удивилась, так как никому ничего подобного не рассказывала. Тут моя подружка превращается в твою жену, а почтальон в тебя. Мы сели возле меня, ты сел возле меня и рассказываете свои новости. Говори, что тебе и твоему роду присвоили титул, а также дан родовой орден. Теперь весь твой род будет одет подобающие одежды. Затем ты собрал журналистов, дал объявление, что тебе дали сан и родовой орден. Журналистов было достаточно много. Потом ты стал возле старинного шкафа, открыл его и стал показывать журналистам одежду, в которую должен теперь ходить весь твой род. Со шкафа достал пиджак, рубашку и одел их. Все удивились отменному пошиву и прекрасной ткани. Спросили у тебя, где я взял такую прекрасную ткань на пиджак и рубашку? А я про себя им отвечаю, да это он заказывал у одного человека и много за нее заплатил. Еще ты сказал, что купишь себе машину, соответствующую своему новому титулу. Это было написано в 2005 году. Сейчас 2018. И появилась действительно машина, соответствующая новому титулу. Вот такая-то книга «Записки голодающего». И вы ее можете бесплатно приобрести и читать.